Я на месте. А ты как? Привет! Это я. Ну, Оля, круг почета. На маленьком покрафте проще. Конечно. Конечно, выносят. Ветер усиливается. Близко к берегу не плыви, сядешь на мель. А? Близко к берегу не плыви, сядешь на мель. Ты мель здесь видишь? Все, я приехала. Будьте добры. Ой, у тебя больно какой-то скромный круг почета. Хватит. Туча идет, Миша. Оль, посмотри немножко вверх. Вернись немножечко. Я не могу поворачиваться. Я в этом жилете, а он не поворачивается. Понятно. Так вот. Снимаем немножечко тут. Мы с Мишей идем на байдарке трехместной. По реке уже, Миш, какой? Река Катыш. Катыш, который впадает в Выстринское водохранилище. Сейчас немножко пришли тучи, поэтому мы не дошли до цели назначения и пошли обратно. Но мы еще сюда вернемся. Правильно, Миш? Да. Мы не дошли до цели назначения, но ничего. Мы еще туда дойдем. Там Миша сказал очень красивые лилии и кувшинки. Жалко, что я этого не видел. Ничего. У нас будет еще время